Анастасия, скажи привет-привет. Анастасия пришла в библиотеку. Такая очень красивая у нас тут местная библиотека. Это отдел для маленьких детей, да? Идешь играть с Лего Брикс? Они имеют сессию, чтобы Анастасия могла себе поиграть вместе с другими детьми. К сожалению, сегодня их немного, потому что дождит, да? Идешь поиграть с Лего Брикс? А мама, да, мама немножко поубирает эти книжки, потому что Анастасия их... Да, надо поубирать это все. Анастасия, что ты там делаешь? Иди играй с своими Лего Брикс. У них каждую неделю что такое существует, что детки приходят вместе и играют с Лего Брикс. Да? Мой высока такая красивая. Давай, играем. Enjoy. Играешь? Нет. Да, столько много хороших книжек. На, покажи мне. Ну, хороший. Возьми еще один, да? Поскачем, да? Они имеют специальные такие отделения для детей, да? Там, где детские книжечки, детские DVD, да? Такие тут красивые тоже. Какой-то водосад, да? Да? Будешь играть или не будешь? Да? Что будешь делать? Такая маленькая... Это... Да, мебель для маленьких детей. Ну что ты выделываешь, а? Jumping. Ну, прыгаешь, да? Очень хорошие библиотеки, где можно бесплатно одолжить литературу. Да, я знаю, знаю. Но и если говорить о таких вещах, как DVD, надо обычно платить 1 фунт. Ну, а для... Когда одолжаешь книжку, не надо платить ничего. Да? Анастасия, скажи, пока-пока, я буду себе играть своим Лего-дупло, да? Будешь строить что-то? Молодец, уже строим что-то. Слишком много энергии сегодня Анастасия имеет. Да. Где? А, это водоспад такой. Да? Скажи пока.